Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Сегодня я приехал в лес, в горы, пособирать альпийский горец. Наш деликатес, нашу кислянку. Смотрите, какая лиственница. Сейчас походим, посмотрим, как она растет, расскажу. Вот еще интересное растение. Это лилия кудреватая. Посмотрите, как она растет. По-местному мы называем ее саранка. У ней корень луковица желтого цвета. Такая вкусненькая. В войну люди спасались от голода ей. Очень вкусные. Ну, сейчас, конечно, мы ее не рвем. Так вот просто поснимать. Цветет она очень красиво. Это научное название — лилия кудреватая. Так она у нас растет на Урале. Тоже в горах. Ну, птички поют. Лес. Сейчас пойдем вот в гору, собираем кислянку, альпийский горец, и вы со мной. Посмотрите, какая красота, сколько цветов, такие беленькие, красивые, а желтенькие. Хорошо в лесу. Красота. Идут по такому лесу, по таким вот завалам. Начал попадаться, но тоненькая, переросшая. Тут ей не место. Надо выше подняться. Будем подниматься. Посмотрим сейчас. Поднимемся и найдем. А все-таки красота. Какое небо голубое. Это все мое родное. Вот видите, цветет альпийский горец, кислянка. В этом месте уже переросла. Надо искать. Надо искать. Вот ее много, она уже отходит. Надо выше подниматься в осинник. Кстати, вот тоже осинки стоят. Знаете, что у них кора полезная? Помогает от мужских болезней. Ну и женских также. Видите, какими она кучками растет. Вот такая вот кислянка. Собираю немножко. Пучок уже нарвал. Такая толстая, мясистая. Альпийский горец. О, какую стайку нашел кислянки. Целая кулига. Кулига. Мы так по-церлянски говорим, когда много чего-то. Кулига ягод, кулига грибов. Тут вот кулига кислянки. Да вся такая толстая. Вот какая. Такая наша кисляночка.
собираем. О, какая мощная. Собираю. А вот стоит рядышком на верхушке. Кто-то съел. Не знаю, морозом убило. Не знаю. Кто-то полакомился. Ну, хорошая вот здесь. Да. Толстая. Ух. Хорошая. Вот на сосне цветочки появились. Цветет сосна. Такие, как свечки. Красиво. Лето наступает. Такие красивенькие они. Украшение сосны. Надо же. Вот оно. Украшение леса. Горошек. Красивенький. Тут вот цветочки. Вот он какой нежненький. Вот там маленький. Голубенькие. Ну какие. Не видать. Так, чуть-чуть. Вот это горит цвет. Но уже отцветает. Какая красота. Все-таки лето. Оно есть лето. Все усыпано цветами. Такие цветы. Такая красота. Да. Такие букеты. Горит цвет. Красота. Полюбуемся немного на него. В этом году я не снимал его еще, но хоть запоздал, но все равно. Вот они, цветочки. Спускаюсь я вниз. Здесь ложбинка. Вот такие кувшинки растут. Красиво. Такая красота. А небо, небо. Все в этом году ясная погода стоит. Вот уже на неделе две. Ну, пока шел к мотоциклу, еще насобирал. Просто сейчас расскажу, как мы ее едим, с чем. Я вот ее люблю с солью. Значит, съедобный у нее стебель, он легко чистится. И с солькой. На вкус она кисленькая. Можно с сахаром ее. Можно в чай почистить, кипятком залить. И она настаивается, как, в общем-то, получается, как с лимоном. Такая наша кислянка, альпийский горец. Наш деликатес. В начале лета, весною, поздней. Мы всегда ее собираем. А какие пирожки с нее? Ну, пирожки на вкус, как из ревня. Знаете, наверное, ревень такой есть растение. Вот чем-то похоже из ревня, из шавеля. Ну,
Вот рассказал я вам про нее. Ну что, друзья мои, поедем домой. Спасибо, что были со мною. Погуляли по уральскому лесу. Пособирали альпийский горец. Всем пока. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока.